Всем привет! Рад вас приветствовать. С вами Виторган 177. И сегодня у нас с вами на обзоре Татра 815 4x4 Дакар. Автор данного мода в мастерской Spin Tyres Джермин Брик. Ну что ж, очень достаточно такой симпатичный мод. Татра, мне это очень нравится. Я думаю, покататься на ней будет одно удовольствие. Я могу также сказать, что автомобили Татра уже более 25 лет принимают участие в ралли Дакар. И 6 раз автомобили Татра являлись победителем в гонке ралли Дакар. Я считаю, что достойные, конечно, заслуги. Ну, пусть это будет неуместно, но, к примеру, у команды КАМАЗа 13 побед. Вот, я так думаю, что... Ну, такое, легкое сравнение. Ну, что у нас здесь вообще, по сути, есть интересного? Кроме как привлекательной такой вот внешности, ну, на мой взгляд, привлекательной внешности, больше ничего мы так особо-то не имеем. Есть, конечно, какие-то недочеты вот в плане текстур. Я так понимаю, здесь подразумевались какие-то, не знаю, лампочки, наверное. Но они такие вот слитые воедино. То есть банально наложена текстура, никакого объема здесь не придано. Ну, есть вот здесь вот фары. Так что, я думаю, горевать не стоит. Он очень интересная модель. Смотрите, даже внизу сделана подвеска. Видно желтые амортизаторы, красная защита двигателя. Здесь тоже какая-то защита, видать. Но я не знаю, для чего она. Может быть, защита редуктора. Ну и также вот сбоку можно видеть задние амортизаторы. Диски на колесах достаточно такие, как сказать... Как будто, вот знаете, ну вот прямо вот сфотографировали и поставили. Никакого 3D объема здесь не наблюдается. Тупо плоские такие. Ничего особенного. К сожалению. Водила у нас на месте. Это уже хорошо. Вот он очухался. Рабочая светотехника. Ну и, соответственно, клаксон. Вид из кабины. Вид из кабины, кстати, не изменился. Вот как он был на предыдущих Татрах, последних модах. Такой он, в принципе, и остался. Тоже точно такое же расположение камеры в кабине. Прямо вот буквально практически как будто мы сидим на торпеде. Несколько некомфортно, честно говоря. Лучше бы, вот, наверное, все-таки эта камера была рядом с водителем и в нужном месте, нежели вот так вот она упирается в баранку. Ну, текстурки здесь относительно хороши. Сидушки вроде так ничего, нормально, да? Но вот сама торпеда какая-то черная-причерная, прям угольная. Не смотрится абсолютно. Двери тоже непонятные какие-то, тоже все какие-то размыленные. Единственное, что там неплохо смотрится, это еще ручка. Но она тоже черная-причерная. Ну, со стороны слева здесь вообще не о чем говорить. Ну, что здесь еще я могу вам показать интересного, ребят? Ну, аддонов у нее нет, к сожалению. К сожалению, аддонов нет. Но я не знаю, какие бы могли бы здесь ставиться аддоны. Если бы они и ставились, то смотрелись бы, на мой взгляд, неуместно. И... Нафиг они здесь нужны. Ну, я бы, честно говоря, был бы не против хотя бы, ну, еще бы одного комплекта колес для разнообразия. Но, к сожалению, он у нас здесь отсутствует. Давайте заведем данный автомобиль. Здесь у нас присутствует свой звук двигателя. Но я так думаю... Автомобиль будет достаточно прыткий. Все-таки это раллийный автомобиль.
Топливо. Емкость топливного бака у нас здесь 500 литров. Урон у нас может наноситься до 1000 очков. Но я считаю, достойно можно навтыкаться куда-нибудь в деревья. То есть не то, что достойно, много можно натыкаться в деревья, прежде чем этот автомобиль заглохнет. Вот, ну давайте, собственно говоря, приступим к тест-драйву. Ух ты. Ну что ж, достаточно он прыткий на самом деле. Ух ты. Даже, наверное, чересчур. Опс, не перевернуться бы. О, как аж с дрифтом заходит в повороты. Полный привод постоянный здесь. Плюс еще у нас есть возможность заблокировать дифференциалы. Ну и пока что, мне кажется, это не нужно абсолютно. Она и без всякого дифференциала тут прет как надо. Грязь накладывается на мод достаточно качественно. Автомобиль пачкается, это уже хорошо. Чуть позже проверим его на намокаемость. Ух! Вот это пылесос, а! Оба-на! 323 урона сразу. Да, автомобиль мнется. Да, 1000, конечно, это хорошо. Но эта 1000 как-то уж очень быстро расходуется. Не намного хватит этой 1000 урона. О! Половина грязи вообще просто пролетел. Вот это да. Вот это он прет. То есть она прет. Ну что ж, я считаю, достаточно интересный автомобиль. Чисто, знаете, так поприкалываться. В мультиплеере можно даже с кем-то погонять на перегонки. Опа, опа, вот мы и повисли. Давайте заблокируем дифференциалы. А, это нам не помогло, к сожалению. Ну ладно, давайте задний ход. Но это единичный случай, я так думаю. Просто-напросто повисли на камне. Давайте попробуем, что здесь за повышенное. Ой, как лягушка скачет прям на камушках. Ну, повышенная на самом деле не такая уж и повышенная, честно говоря, как хотелось бы, по сравнению с тем, какой здесь прыткий автомат. Ну, тоже, в принципе, нормально. Ну, вот такая вот, ребята, у нас повышенная. Я считаю, могла быть и немножко пошустрее. Давайте на автомат, так прикольней. Во, во, офигенно вообще. Красота. Опа. Отремонтировался сразу. На локации гаража остановился, сразу отремонтировался. Ну давай, газуй. Заправляется он на локации гаража всего-навсего на 200 литров из 500. Но это исправимо. Тут есть заправка.
Ну и погнали. Так, 46 километров в час я пока что мог наблюдать данного автомобиля. Вот это да. О, сразу на середину лужи. Ну давайте все, берем разгон. Ну 46 километров в час, я вижу, это максимум. 46 там и 7 где-то. Ну что, в принципе, тоже неплохо. Дефолт у нас вообще ездит где-то порядка 32-30 километров в час. На этой позажигать одно удовольствие. Ну вот с горочки до 51 разогналась. Вот такой вот у нас, ребят, быстрый достаточно обзор получился. Ну, скорость обзора, к сожалению, не от меня зависела в данном видео. По той простой причине, что автомобиль нам достался достаточно шустрый. Вот, и модов на нем нет. И, соответственно, обзорчик такой вот получился у нас коротенький. Но я думаю, всем эта Татра понравилась. Лично мне она очень понравилась. Конечно, так такового функционала в игре она не несет. Но чисто установить данный мод и поколбаситься на какой-то из карт, может быть, на каком-то из полигонов. Кстати, данный полигон вы можете, вот как мой, да, то есть мой полигон вы можете скачать у меня в группе, если что, вы захотите, да, вот тут поколбаситься на Татре, на полигоне. Потому что на дефолтных картах, мне кажется, это, наверное, будет не совсем интересно. Вот, а здесь все-таки кольцевая есть. Вот, так что можете скачать в моей группе данный полигон, он абсолютно доступен для всех. Большое спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока.